Всем привет! Назревает такой вопрос. Даже не вопрос, а ответ. Потому что очень много спрашивают, как и что на карте Бухалова, где что продается, где что производится. И поэтому, наверное, будет серия подобных видео. Если вам нужно это знать, где, ну, либо по вопросам я всегда отвечу. Ну, в основном, наверное, один из частых задаваемых вопросов — производство досок, как запустить лесопилку, где потом что производится, где куда продается и тому подобное. Ну, начнем, наверное, с самого начала. Для запуска лесопилки вам нужны доски. Доски эти вы можете взять возле девятого поля. Вот здесь лесочек будет возле девятого поля. Но деревьев там, конечно, не очень много. Ну, мне кажется, для начала, если вы не такой там лесоруб, то вам хватит и того, что есть. Деревья не сажаются. Это проблема, наверное, видимо, из-за грязи. Если кто-то, может быть, решил эту проблему, может поделиться, как ее решить. Ну, спасение, если вы все это дело там все вырубите, то можно через гигант эти понатыкать деревья. Либо найти какой-то мод деревья с нулевым балансом, который вы можете в любом месте понатыкать и пилить их. И также возле самой лесопилки тоже небольшой есть лесок. И возле карьера тоже небольшой лесок есть, где вы можете взять деревья эти. Ну, напилили вы деревья, везете их на лесопилку. Лесопилка находится, сейчас вам покажу где, с главной базы налево. Вот налево по этой дороге. Она как раз и ведет, эта дорога, на лесопилку. Заезжайте и разгружаете деревья вот именно в этом квадрате. Они тут, по-моему, автоматически разгружаются. Разгрузили. И для самого запуска лесопилки вам понадобится топливо. Но так как у вас в начале щипы нету, опилки, щипы, то вы для начала можете использовать сюда солому высыпать. Она также превращается в щепу и начинается производство лесопилки этой. В дальнейшем тут будут идти отходы вместимость 10 тонн, по-моему. И отсюда вы можете уже брать эту щепу и перевозить сюда. Также эту щепу можно будет продавать. Куда, что я покажу. Здесь у вас идет производство самих досок. Здесь у вас будет появляться палет с досками. За всей информацией вы можете следить вот на этом экране. Тут сколько у вас бревен осталось, сколько у вас вес самого этого палета с досками. Максимально это 4 тонны, 4 куба, где-то вот так выходит. Вот. Далее вы, как у вас все это дело произвелось, все это дело сделалось, получается вот такие, как я говорю, кубы. Ну, вы, допустим, решили продать эти доски, вы решили продать, и вы грузите их там в прицеп или куда-то и едете в магазин по продаже этих досок. Выезжаем с лесопилки, едем обратно по этой дороге. Первый будет у нас перекресток за базой. Мы сворачиваем направо. Вот, направо свернули. И дальше перед деревней снова направо нам. И вы приезжаете в магазин стройматериалов. Вот в этом вот квадрате вы выгружаете
палеты с досками, и они продаются. Если же вы решили производить с этих с досок поддоны, палеты, то вам на следующее производство. Это производство находится вот в этой деревне. Вот это здание. Вы привозите сюда доски. Вот они, кубы эти досок. И разгружаете вот в этом месте. Разгружаете в этом месте. Через какое-то время у вас начинает работать производство. И получаются вот такие вот поддоны, палеты. Максимальный их вес 2 тонны. Также тут еще и производятся опилки. То есть и там есть опилки, и здесь есть опилки, которые вы можете либо продать, либо использовать на топливо. Эти палеты, поддоны можно либо продать в таком состоянии, либо их впустить в производство на молочно-сырный комбинат. Ну, начнем, наверное, с молочно-сырного комбината. Куда и что там, я сейчас вам покажу. Загрузили эти поддоны и везете по этой дороге. Следующую деревню, где находится маслосырный комбинат. Для его запуска вот нужны именно вот эти пустые палеты поддоны и молоко. Ну, о молоке я потом расскажу отдельно. Если вам интересно, то спрашивайте. Если надо такие подобные видео по этой карте, я обязательно сделаю. Вот, вы приезжаете в эту деревню, в другую, вторую. Даже в третью. Вот он. Молокозавод. Вот молоко разгружается здесь вот. Вот здесь именно в этой части. Пустые палеты, поддоны разгружаете возле этих ворот. Ну, тут они стоят, потому что уже забит сарай. Вот. Вот тут они у вас уже готовы в производство. Когда у вас есть молоко и палеты, через какое-то время идет у вас производство вот таких вот поддонов, сеток с коробками. Ну, тут, видимо, сыр какой-то, масло, может быть. И тут какие-то молочные напитки, видимо. Милк. Ну, видимо, молоко. Каждое производство, каждый вес таких палетов по 2 тонны. 2 тонны этого, 2 тонны этого. Дальше вы эти палеты с продукцией грузите. Грузите, ну, опять же, куда хотите. Там прицеп, машина, что у вас будет. Да, кстати, еще забыл вам показать. Производство молокозавод находится возле 10-го поля. Вот здесь вот. Здесь вот производство палет поддонов. Здесь магазин стройматериалов. И здесь само производство досок. Далее. Едем. Вы загрузили уже готовые с продукцией эти поддоны. И везете на товарную станцию, где вы можете их продать. Цена, в принципе, ну, приемлемая. Подняться, в принципе, можно на этом. Станция работает по времени. На ночь она закрывается. Утром открывается в 9 утра. Вечером я не засекал, правда, во сколько она закрывается, но я так думаю, наверное, часов 8 вечера. Едем мы в четвертую деревню, в четвертый поселок. Тут у нас база главная. Вот. Заезжайте в этот поселок.
после почты, вот первая база налево. А вон даже, по-моему, написано. С 9 до 18. Вот, вы привезли сюда эти палеты-поддоны с товаром и разгружаете вот в этом квадрате. Также здесь можно продавать и пустые, как я говорил уже, палеты-поддоны эти. По поводу опилок, опилки можете продать здесь, вот в этой части. Ну, опилки не очень дорогие, поэтому лучше, я так думаю, их пустить в производство на топливо. По поводу того, что продавать здесь бревна, я сказать не могу, не продавал. Но, видимо, можно, раз точка есть. Да, кстати, где производство идет палетов, поддонов этих, там также есть на стене черный экран, где вы также можете посмотреть, как идет производство, сколько у вас уже выполнено товара, сколько нужно досок. Ну, сейчас покажу. Сразу что-то с головы вылетело. Вот экран. Ну, сейчас даже сделаем, мотанем время. Вот у нас пошло производство уже поддонов. Вот вы на экране можете наблюдать пиломатериалы, палеты и опилки. Но пиломатериалы здесь не высвечиваются. Это вы можете поглядеть здесь, сколько в наличии у вас на складе. И вот таким методом производится в течение, по-моему, часа-двух. Палет готовый. Ну все, если вам нужны подобные видео по этой карте, пишите, говорите, я специально сделаю ролик, где куда что продается. Я думаю, наверное, стоит все-таки рассказать о животных, куда продавать какую продукцию, где хранить какую продукцию, как дальше у нас производство песка, то есть карьер, куда отвозить, где продавать, где покупать семена, где там удобрения покупать и тому подобное. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите обязательно в комментариях, всегда отвечу. Но, предупреждаю сразу, все это дело показывал я на оригинальной карте от Дэн Бена. На других переделках я не знаю, потому что другие переделки все-таки какие-то производства убирались, какие-то ставились новые, какие-то там свои фишки делались. Это чисто версия от Дэн Бена, чисто его версия. Поэтому всем спасибо, подписывайтесь. Вступайте в группу канала, вступайте в группу по ФС. Все ссылочки будут под видео. Еще раз повторяюсь, если вам подобные видео нужны по этой карте, я всегда сделаю. Всем спасибо и пока.